Дагестанцы спасли жизни тонувших в ходе ДТП. Санкт-Петербург потрясла трагедия. Автобус с пассажирами внезапно съехал в реку Мойку. Несколько десятков человек оказались в ледяной воде. Их жизни были в опасности. В этот критический момент на помощь пришли простые прохожие. Среди них оказались молодые люди из Дагестана, которые, не раздумывая, бросились спасать утопающих. Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов действовали быстро и слаженно. Они ныряли в ледяную воду, вытаскивали людей из автобуса и помогали им выбраться на берег. Благодаря их самоотверженности и мужеству спасены жизни нескольких пассажиров, которые были на грани гибели. Глава Республики Дагестан высоко отметил этот героический поступок. Поступок дагестанцев, пришедших на помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, вызвал во мне гордость, но не удивление. Самоотверженность и готовность любую минуту броситься на помощь тому, кто в ней нуждается, в крови у моих земляков. Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов ехали на пятничную молитву, когда увидели, что пассажирский автобус, в салоне которого были 20 человек, при столкновении с автомобилем упал в реку Мойка. Помощь неравнодушных людей и оперативная работа МЧС позволили минимизировать число жертв, которых, к сожалению, не удалось избежать. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины. Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку. Благодарность героям также выразил глава Федерации бокса России Умар Кремлев. Знак благодарности хотел просто от себя поблагодарить. Да, это вам еще раз хочу руку пожать, сказать спасибо, не вздрогнули, побежали спасать. Вот, ну такой приятный, как сказать, материальную поддержку, хочется сказать вам огромное спасибо, действительно. Так и должны мы все жить, ну не бояться, надо поддержать, надо прыгать, беда случилась, тем более такая в нашей жизни есть смерть, и мы не вздрогнули, не побоялись своей жизни, так реально. Да. Эта история спасения стала символом человечности и взаимовыручки. Она напоминает, что героизм может проявляться даже в самых обычных людях, если они готовы рисковать своей жизнью ради спасения других.